Учеба в Неомифе – это увлекательное путешествие длиной почти в 6 лет, которое наполнено своими трудностями, ну и, конечно же, взлетами. По окончании обучения ты получаешься великолепным специалистом с большим багажом знаний, множеством знакомств и карьерными предложениями от различных компаний. Хотелось бы выложить благодарность МИФИ за качество обучения, а также отдельно учебным отделам, которые постоянно помогают студентам оставаться на плаву и выбираться из самых тяжелых учебных ситуаций. И благодаря, опять же, учебным отделам различных институтов, многие выпускники сейчас получают свои дипломы. Резюмируя, учеба в НИАМИФИ – это отличное подспорье не только для твоих карьерных возможностей, но и для мировоззрения в целом. Здесь ты получаешь отличные знания не только в области науки, но и в любой сфере, которая тебе интересна, развивая свои навыки до профессионального уровня. 4 года пролетели незаметно, и вот мы снова здесь, снова поступаем. Кто-то поступает, кто-то не поступает. У всех вроде как все более-менее хорошо. Хорошее лето, хорошая погода. Если бы и дистанционка, так вообще просто отлично бы проводили время. В общем, всем удачи, всем хорошего настроения, хорошей работы, хорошей учебы и хорошего начала учебного года. Хотелось бы выразить большую благодарность МИФИ за возможность здесь поучиться, так как на этапе бакалавриата судьба нас немножко развела, и выбрала я место для первых 4 лет обучения Московский энергетический институт атомных станций. Но узнав, что МИФИ ведет подготовку по программе двойных дипломов МИФИ ВАФТ, конечно, на 4-м курсе диплома у меня появилась новая мечта – стать студенткой МИФИ и выпуститься, и уже носить гордое звание МИФИСТа. Что в целом и всецело удалось, и даже получить как стипендии, гранты, но также и закончить этот замечательный вуз с красным дипломом, что особая гордость. И отдельное спасибо этому вузу за чудесных людей, с которыми мне удалось познакомиться, и я очень надеюсь, что мы будем поддерживать тесную связь в будущем. Уникальные люди, разносторонне развитые, с большими интересами, которые на самом деле раньше даже не встречала. Отдельное спасибо моей группе, потому что ту нагрузку, которую нам получилось вынести за эти 2 года, действительно не каждый справится, сплоченный коллектив, у нас был замечательный староста, и, конечно, такая сильная команда, очень здорово, и я думаю, это очень хороший опыт в моих будущих достижениях. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Курбанес Конязов. Я являюсь выпускником магистратуры НИАУ МИФИ по направлению ядерная энергетика и теплофизика. Мне выпала возможность выступить с речью в стенах родного университета. И хотел бы начать свою речь со слов благодарности всему профессорско-преподавательскому составу Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ за их труд, за их терпение, за все те знания, которые они нам давали в течение этого времени. Хотел бы отдельно отметить свой институт, Институт ядерной физики и технологии, свою родную кафедру, кафедру теплофизики. И отдельная благодарность своему научному руководителю Маслову Юрию Александровичу за все то, что он для меня сделал. МИФИ дало мне многое. Это богатый багаж знаний и ценный опыт. Это базу для дальнейшего развития своей профессиональной деятельности. Это друзей и товарищей на всю жизнь. И веселое студенческое время. Учеба в МИФИ была не из легких. Но все те старания и тот труд, который прилагался, я вас уверяю, не был напрасным. Учебный процесс был очень увлекательным, интересным и полезным. Годы, проведенные здесь, в стенах родного университета, останутся одним из ярких страниц моей жизни. И эти воспоминания будут занимать особое место в моем сердце. Магистратура закончилась. Закончился еще один этап моей жизни. А как говорится, конец одного этапа и начало следующего. Впереди всех выпускников, в том числе меня, ждут новые горизонты, а значит новые вызовы. Кто-то продолжит свое обучение, кто-то начнет свою новую карьеру, профессиональную карьеру. Но тот характер, который закалялся и воспитывался здесь, в МИФИ, непременно поможет каждому преодолеть любые испытания и трудности. Я с полной уверенностью могу сказать, что МИФИ является моим альма-матером. И куда бы судьба меня ни забросила и где бы я ни оказался, я всегда гордо буду носить имя МИФИСТа, этого без преувеличения легендарного вуза, с его великим прошлым, с его многообещающим настоящим и светлым будущим. Также хотел бы выразить огромную благодарность моим близким, моей семье, моим друзьям, которые меня поддерживали и в меня верили. Огромное спасибо. Ну и в конце своей речи хотел бы сказать пару слов в адрес моих друзей, одногруппников и всех выпускников. Дорогие выпускники, позвольте сердечно поздравить вас с успешным окончанием учебы,
в нашем родном университете. Желаю каждому из вас найти себя в этой жизни. Желаю достичь самых больших высот на профессиональном поприще и максимальной реализации своего потенциала. Пусть преграды на вашем пути будут закалять вас и помогать идти вперед для достижения великих целей. Желаю здоровья, долголетия, благополучия во всем. Желаю всего самого доброго вам и вашим близким. Спасибо. 6 лет назад для меня не составляло большого выбора, куда я поступлю, с каким вузом я свяжу свою будущую жизнь. Вот, я тут же оставил свой оригинал аттестата здесь, в МФИ. И теперь, спустя 6 лет, я полностью осознаюсь, что выбор я сделал не зря. Хотел бы сказать большое спасибо МФИ за столько вложенных знаний в меня, за созданную атмосферу, в которой хочется учиться, в которой хочется стремиться, в которой хочется учиться чему-то новому, изучать новые аспекты жизни, учиться новым предметам. И также хотел бы сказать большое МФИ за то, что он открыл мне столько дверей, столько возможностей для дальнейшей самореализации, как в науке, так в технике, так и в любых других смежных областях. Вот, я считаю, что ЯУ МФИ – это лучший вуз в России, что есть для, на сегодняшний момент, для изучения технических предметов, для изучения, в частности, ядерной физики. Вот. Сейчас же я твердо для себя решил, что свяжу свою жизнь с наукой. Вот. Буду работать в Курчатовском институте. Также хотел бы сказать большое спасибо преподавателям, которые нас обучали, моей кафедре, которую я закончил, физика элементарных частиц. Вот. И также добрым людям из деканата, которые вели нас, которые помогали, наставляли в течение учебы все это длительное время. Вот. Также желаю всем своим одногруппникам, всем своим сверстникам успеха в дальнейшей жизни. Пусть они найдут свое дело, свое призвание и будут в нем развиваться, станут крутыми специалистами. Добрый день, меня зовут Сардор Назаров, я выпускник магистра ЯУ МФИ 2021 года из Узбекистана. Представленной мне возможностью хочу поблагодарить ректорат и весь преподавательский состав университета. Мне, как представителю иностранного государству было важно получить знания и опыт именно в данном учебном заведении, так как престижный авторитет МФИ известен во всем мире. Получив особый багаж знаний, с твердой уверенностью буду предлагать все свои усилия для развития двустороннего сотрудничества между нашими странами во имя процветания и прогресса в отрасли мирного атома. I'm Dilmurod Tuymurodov, a graduate master student of the Department Theoretical and Experimental Physics of Nuclear Reactors. After receiving my bachelor's degree in physics at the National University of Uzbekistan, I became a winner of International Online Olympiad Open Doors, which is a Russian scholarship program. I was enrolled in one of the top best world nuclear universities, MEFI. There is no doubt, MEFI, as a prestigious international university, provides a great opportunity for all students coming from different countries to acquire global skills, communicate, share knowledge and experiences, make new friends, and learn about different cultures from the diversity thereof, while giving the chance to be part of a global community. In MEFI, we have the best world-class and experienced professors, the best modern laboratory, and rich library. It provides its students with a comfortable dormitory with best facilities and very fast, unlimited internet. From the knowledge gained the award-winning professors of MEFI, I became a winner of All Russian Students Olympiad Я Профессионал in two specializations, the nuclear physics and technologies and physics in the 2019-2020 academic year. Despite the challenges of COVID-19 pandemic, MEFI provided her students with the best facilities to continue studies on distance mode comfortably, and in addition, it provided free access to the courses on the platforms such as EDX,
Coursera and Open Education. At the end of my speech, I sincerely wish to express my profound gratitude to our professors, staff, and management of this great university for preparing us for the future ahead of us. I also want to thank our fellow graduates. The friendships we have made here will last a lifetime. Congratulations, the class of 2021. Hello, my name is Angelo Melkam. I am from Ethiopia. I graduated master's degree with excellence from National Research Nuclear University MIFI in the direction of nuclear physics and technology. The educational program was nuclear engineering, which is taught in English. I joined MIFI University 3 years ago. First, I came to MIFI to study only preparatory courses, but later I changed my mind and I continued my education at MIFI for various reasons. The first reason was MIFI is one of the best universities in nuclear technologies. Another reason is that Ethiopia and Russia had an agreement on cooperation in peaceful use of nuclear technologies according to International Atomic Energy Agency IAEA standards. Later, they officially signed intergovernmental agreement on cooperation in the peaceful use of nuclear technologies during Russia-Africa summit in Sochi. Additionally, as many countries, Ethiopia signed roadmap cooperation for construction of nuclear power plants with Rosatom. These all opportunities gave me more chances to stay at MIFI. The weather condition in winter and the coronavirus pandemics were some of the challenges I faced here. I hope this pandemic will end soon and life will return back to normal again. The knowledge I have gained in this university is very important for my current and future career. I am very grateful to all my professors and employees of MIFI for their fruitful and valuable guidance. I am thankful to all my friends. Finally, I wish everyone health and success. Thank you very much.